190, 226, участник под номером 2, занимает второе место. Парни! Парни! Красавцы, ну расскажите, как там в двух словах, чего там происходит? Судя по вам, там вас из пушек выстреливали? Там просто очень много краски. Слушай, ну я... И очень веселые волонтеры. Чем они веселые? Анекдоты рассказывают? Вот этим они веселые. Слушай, ну я могу тебе сказать, что все это, ну, как бы, можно отмыть, помыть, и как бы ничего в этом такого нету. Я тебя поздравляю, дай пожму твою мужскую руку, испачкаюсь и буду рад от этого. Молодец. Как, кстати, тебя зовут? Все на этом вопросе они уходят. Итак, друзья, номер 71. Человек, который занял третье место. А можно нам, пожалуйста, пригласить на человека, который прибежал первым? Вообще-то пара вопросов. Друзья, поприветствую номер 260. Видите, какие они все красивые? Да? Hello. What's your name? Seven. Seven. How are you? Устал. Слушай, ну... You look is very good. Давайте Дэвиду поаплодируем, он занял первое место. Слушайте, ребят, вам реально идет эта краска. Вы такие стали яркие сразу, летние. Итак, друзья, давайте поприветствуем на финише. Вообще никаких усилий Оля для этого не предлагает. Оля, а все в порядке? Вы отлично выглядите. Парни, красавцы! У нас есть три места, которые заняли парни, и так мы ждем еще двух девушек. Привет, ребята, отлично выглядите. Да, кстати, за водички, пожалуйста, сюда подходите. Золотой, пожалуйста, сюда. Пауэрэйд.
278, молодец. 278. Хватайте воду, берите Powerade. Ну что, у нас есть победители, все побелишируют, красавчики, отлично выглядите. Thank you.
Будут в голове пакетики с краской, где можно пожаловаться друг на друга.